21 июля 2019 года около 8 часов 50 минут в районе дома 28 на улице Калининградское шоссе в поселке Мельниково Зеленоградского района. Водитель, управляя автомобилем Peugeot, при маневре обгона совершил столкновение с мотоциклом, который совершал маневр поворота налево. В результате дорожно-транспортного происшествия двое несовершеннолетних, водитель мотоцикла и его пассажир, доставлены в медучреждение города Калининграда. Сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка на месте дорожно-транспортного происшествия.